Всем доброе утро, мы на море, погодка отличная, кто-то в куртках, вон девушка в купальнике, кто-то йогой занимается, судя по всему, а депараут играет, пляж готовят, равняют прям идеально, под дорожки, видите, ребятки наводят марафет, ну видно, что тут уже вот его раскатывают. В общем, все делается классно. Сегодня приезжает Лазаревская мэр. Видимо, марафета будет еще больше. Море не совсем спокойное, но чистая водичка, прозрачная. Лучше, чем у маяка, да? Намного лучше. Там вдали кто-то пытается купаться, но, видимо, сгонят. Температура воздуха с утра, вот сейчас я смотрел, 16,5 градусов. По прогнозам, на одном канале сказали, что ожидается там жара и чуть ли может темечко не припечь каким-то ультрафиолетом. На другом канале, на НТВ, кажется, сказали, что дожди. Ну, что-то пока в дожди я не особо верю, ребят, если честно. Ролики утренние и дневные будут короткие, интернета по-прежнему нет, поэтому буду снимать вот так вот и выкладывать через телефон. Да, обращаю еще раз внимание, все просьбы принимаются только на Яндекс.Дзене, на канале Яндекс.Дзена, и там же они будут выкладываться. Так что если вы что-то просили, то перепросите на Яндексе. Все только оттуда. Ох, девушка все-таки решила искупаться, вот ныряет. Недолго, вот как действительно, как на крещение зашла, три раза нырнула, разве что не перекрестилась. Искупалась. Пляжи готовят, все марафетится. Всем доброе утро, привет из Лазаревска. Будем решать вопрос интернета, мы тогда уже будем снимать более активно. Всем пока, но ролики на сегодня у вас точно еще есть, а даже и на завтра так еще есть. Всем доброе утро.